Радио на фестивале «Платформа». А сейчас для вас выступит ведущий Бортрадио, один из самых старейших, ну, в том плане, что начинающих когда-то работу Бортрадио и развитие Бортрадио и работу специальных программ Бортрадио. Ведущий программы «День за днем» Александр Федоров Панфилович. Спасибо, как ты. Вот, значит, на Славе отрабатывали звук, на мне отрабатывают картинку. Ну, на то мы и вот, и команда, чтобы... Здравствуйте, друзья, здравствуйте, дорогие, пока редкие гости. Я начну с песенки, которая написана моим другом, ярославским автором Володей Лебедевым. Правда, мелодия уже моя, но вот такой вариант. «Здравствуй, друг» называется. Здравствуй, друг, давай присядем, выпьем крепкого вина. Вот собрались на ночь глядя, ты да я, да вот луна. Проболтали до рассвета, вот уж гаснут фонари. Я ж тебя не видел с лета и не говори. Проболтали до рассвета, вот уж гаснут фонари. Я ж тебя не видел с лета и не говори. Как ты сам, на том же месте, да все нормально, даже так. И ты все так же пишешь песни, и как успехи, да никак. Наши флаги треплют ветры у причалов корабли. Нас уже не переделать и не говорим. Наши флаги треплют ветры у причалов корабли. Нас уже не переделать и не говорим. А вообще-то пашешь-пашешь, а просветов не видать. В кошельке такая лажа, на пол-литра не набрать. Не умеем жить как надо, как там чайник, посмотри. Но зато с душой ладно и не говори. Не умеем жить как надо, как там чайник, посмотри. Но зато с душой ладно и не говори. Захмелеем, это точно, что не тема, то минор. Наливай, товарищ, срочно, что не налито, позор. Выпьем, брат, за наши руки, сердце бесится в груди. За удачу будем, будем и не говорим. Выпьем, брат, за наши руки, сердце бесится в груди. За удачу будем, будем и не говорим. На востоке звезды меркнут, но мы живы как и никак. И плевать на тех, кто сверху, и на весь земной бардак. Мы нужны кому-то очень, мы вращаем его с земли. А вот это, между прочим, и не говорим. Мы нужны кому-то очень, мы вращаем его с земли. А вот это, между прочим, и не говорим. И не говорим. И не говори. Спасибо. Ну, еще не готов. Ну еще, значит, песня. Также тоже типа фестивальная. Мятые ресницы, зашторенные сердца, сумасшедший всплеск творческого пыла, злой, как недавно проснувшийся герцог, в мыслях вундеркинда отображений дебилов. Ночи, как в метро, прокуренные серы, и дни ложатся синим на белую бумагу, и песни вызывают признаки холеры у тех, кто не видит.
быстрого шага. Я возьму гитару, я встану под окна. Слушайте, люди, мое искусство. Не закрывайте ставни, мне тоже бывает грустно. Я возьму гитару, я встану под окна. Слушайте, люди, мое искусство. Не закрывайте ставни, мне тоже бывает грустно. Видно, что галактика веников не вяжет, и каждый подвластен спиральному коду. Бархатный голос за спиной скажет: ну как вы живете в такую погоду? Мелкие капли по окнам, как ливень, слова, как пощечины и поцелуи, и пальцы в розетку сую, но не клинит, но сколько же можно молчать впустую? Я возьму гитару, я встану под окна. Слушайте, люди, мое искусство. Не закрывайте ставни, мне тоже бывает грустно. Я возьму гитару, я встану под окна. Слушайте, люди, мое искусство. Не закрывайте ставни, мне тоже бывает грустно. Серый кирпичик выстроит стену, стена под дождем просядет и треснет. В луже с макушкой, в морях по колено, а на душе настроение песня. Я возьму гитару, я встану под окна. Слушайте, люди, мое искусство. Не закрывайте ставни, мне тоже бывает грустно. Я возьму гитару, я встану под окна. Слушайте, люди, мое искусство. Не закрывайте ставни, мне тоже бывает грустно. Спасибо. И я передаю слово ведущей сцены Бортрадио Анастасии Евграфовой, креативный директор компании Бортрадио. Ну, пусть будет так. Для нас выступал Александр Федоров. Аплодисменты, пожалуйста. Внимание, внимание, фестиваль «Платформа», да, да, мы работаем. Сцена Бортрадио первая начала работать на фестивале. Сцена Бортрадио на фестивале «Платформа».